Архангельские танцоры на колясках стали лауреатами благотворительного фестиваля Inclusive Dance. Группа «Простор» победила в номинации «Современный танец». 5 человек с инвалидностью разной степени тяжести и 3 волонтера сегодня составляют костяк инклюзивной группы «Просторы». В конце октября ребята наградят в Москве на гала-концерте, который пройдет в храме Христа Спасителя. Архангельская группа инклюзивного танца также примет участие в импровизации фестиваля Inclusive Dance.